Всем доброе утро. Мы в столице Шотландии, Эдинбург. Мы сегодня встали в 3 часа ночи. Чтобы доехать сюда, и у нас это заняло где-то 5 часов. И мы приехали сюда, чтобы сделать мне паспорт. Погнали, друзья! А вот, собственно говоря, и посольство Украины. Просто смотрите, такая у нас идет улица и посольство. Дело сделано, теперь можно гулять. Теперь мы идем разведывать наш прекрасный Эдинбург. Мы приехали сегодня на вот этой маленькой нашей машине, потому что нас всего лишь трое, наша мама осталась. Если не ошибаюсь, то эта длинная улица называется Королевская миля. И ты просто здесь гуляешь, и тут... Спасибо, машине. Магазины разные, музеи, замки и все такое. Как бы тут и так все понятно. Искали, и, короче, пришли мы в KFC. Это так вкусно. Так, давай пей. Давай, вы, ребята, пейте. Короче, мы решили подниматься на вулкан и нашли вот такую интересную вещь. Князь Владимир, читайте, Christianity in Ukraine. То есть вообще в центре Эдинбурга сделана вот такая вот интересная вещь. Так, ну что, пошли на вулкан. Каждый раз, когда мы сюда приходим, здесь стоит просто невероятный ветер. В Эдинбурге есть вулканы, поэтому мы идем на один из них. Если смотреть на панораму, то можно заметить вот это произведение искусств. Жители Эдинбурга очень не любят это, но вы понимаете, на что это похоже, да? Как-то так. Мама на связи, так. Сейчас. Мамочка наша в колледже сдает тесты, не развлекается. Молодец, мама, так держать. Вот сейчас на вот эту прелесть мы залезали, значит. Все, потихонечку идем вниз и смотрим дальше. Как хорошо эти сгонки, прям падают. Ну, правда, правда. Просто топчик. Мы в Национальной галерее Шотландии. Маш, я просто нашла идеальный кадр для тебя. Ты будешь в шоке. Просто пошли. Готовы? Это просто идеальная комбо. Я никогда не думала, что встречу розовую овцу. Маша по знаку зодиака у нас овца. Идеальное совпадение. А вы знаете, сколько стоит эта овца? Просто посмотрите. Почти 3000 фунтов. Вот это вот галерея, в которой мы только что были. Но мы двигаемся дальше, идем в замок Эдинбурга. Смотрите, какая эстетическая улица, прям все фоткаются на ней. Машонь, как тебе галерея? Расскажи. Мне понравилось вот эти статуи. А вон наш папа. Смотрите, просто сколько народу. Просто невероятное количество людей в пятницу в 2 часа дня. Ребята, нам еще ехать 5 часов домой. Это невероятно долго. Ну и на прощание. Машина фирменное колесо. Сейчас уже на часах 14:44, и мы были в Эдинбурге где-то 5-6 часов. Двигаемся домой. Не прошло и получаса,
И мы приехали перекусить. Боже, пахнет как в Макдональдсе, мы уже 100 лет здесь не были. У папы уже накопилось где-то на 5 фунтов, он может вот любое выбрать за бесплатно, на 6 вообще просто. Идеально. Сегодня такой насыщенный день, как просто припять, мы встали в 3 часа ночи. Так, это значит present for Masha. And... Короче, мы долго выбирали, и все-таки решили взять 2 мороженых. И с таким видом мы собираемся кушать. Еще очень прикольно, что они начали в Макдональдсах делать беспроводные зарядки, и реально ты кладешь телефон, и оно все заряжается тебе. Ну что, друзья, увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока!